В лицее номер 3 города Владивостока, известном всем как «Буревестник», продолжается капитальное преображение. Ремонт ведется в учебном корпусе и здании, где разместятся столовое, кафе и актовый зал. Мы занимаемся капитальным ремонтом учебного корпуса. Работы производим чуть больше 3 недель. Закончен цикл мокрых работ, выполнена штукатурка, ведутся чистовые работы. Инженерную коммуникацию выполнены 85%. Контрактный срок сдачи объекта 30 августа. Собственно говоря, к этому сроку мы и будем предъявлять заказчику сдавать выполненные работы. В здании столовой уже чистовые работы, смонтирована частично система вентиляции, ведутся электромонтажные работы, чистовые работы. По зданию столовой объект довольно-таки своеобразный, то есть порядка 85% старых стеновых перегородок потребовалось демонтировать. И были выстроены новые. Также с нуля возводят современный спортивный стадион с футбольным полем и тренажерами, спортивную площадку с баскетбольным и волейбольным полем и хоккейную коробку. По стадиону на сегодняшний день выполнен комплекс земельных работ. Завезено более 7000 скального грунта для подготовки основания, 1000 кубов щебня. То есть на универсальной спортивной площадке выполняются работы по армированию железобетонной плиты основания спортивной площадки. Формируются подстилающие слои на футбольном поле и на хоккейной коробке. Планируется, что учреждение сможет принять около 200 учеников старшей школы. Как отметил ранее глава Владивостока Константин Шестаков, ремонт учреждения стоял в списке приоритетных задач. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.